Всем привет, друзья мои, вы на канале Дэн Верасимус, меня зовут по-прежнему Дениска, это игра Last Day on Earth Survival, последний день на земле. Друзья мои, я уж хотел было ставить крест на этой игре и никогда больше не играть в нее. Многие из вас про это знают, мои подписчики, несмотря на то, что до сих пор на канале висит страйк, но это вам не мешает заходить на каналчик и смотреть мои старенькие видосики. Ну что же... Ввиду завоза в игру нового обновления, почему бы и мне не запилить новый видосик, друзья, и посвятим мы ему, конечно же, открыванию вот этих вот, ребятки, навыков. Как вы знаете, в новом обновлении в патче 1.11.5, вроде бы так оно называется, да? Простите, не слежу я нынче не в тренде за игрой особо сильно и напряжно, вот... Но ввели новую систему навыков, как бы до 200 левела мы теперь можем поднимать своего перса, не быть нубярой 99, а быть уже нормальным пацаном, это где-то в районе 150-180, да, левела бегать. Ну, это все впереди, это все у нас впереди, поэтому, друг мой, усаживайся поудобней, настрой свою спинку кресла так, чтобы она была удобной. Чтобы голова твоя не просто свисала, а наслаждалась. И направь свою мышечку, курсор свой на Лукасик. И подписочку на канал, если ты еще до сих пор не подписан. А я, пожалуй, начну открывать и выбирать эти самые навыки. Левел у меня уже 107, как вы видите. Прошел я лишь всего один раз бункер. Это простой режим и бункер на хард режиме. Вот, сбегал пару раз в дубовые. Леса сбегал один раз на зиму, ну и, по-моему, камни красные, да, камни красные, бегал я за камешком, хотя нет, я бегал не за камешком, я бегал, искал какие-нибудь новенькие чертежи, но, увы и ах, ни одного из чертежей я там не нашел. Зато апнулся немножко левел, был 99, стал 107 и добил до 100 очков вот эти вот навычки. Так, выберите навык, нам игра говорит, здоровяк, рудокоп или свежеватель, конечно, здоровяк. Давайте мои хитпоинты назад вернем. Домосед, скороход, способный ученик, выполняет. Вы получаете на 5% больше опыта, вы путешествуете пешком по карте на 3% быстрее. Нет, давайте нам опыт, наверное, да? Везунчик, у вас есть 2% шанс получить более редкую добычу. Плевки токсичного зомби пачкают вас, вот это вот хорошо. Здесь, а что у нас? Везунчик. Наверное, все-таки везунчик. А здесь у нас что? Отдыхая на своей базе, восстанавливаете здоровье в течение 2 минут. Да господи, давайте сначала вот это выберем. Строгая диета, голод наступает на 2% медленнее. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Насчет голода и еды. Вы справляетесь с углушением на 10% быстрее. Серьезно? Отдыхая на своей базе нет, у вас есть шанс 6% получить более редкую добычу. Нет, наверное, все-таки вот это грабитель. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Обжора. Ага, с богатой добычей. Наверное, все-таки грабитель. Самолечение. Вы можете восстанавливать здоровье без использования еды или медикаментов. Серьезно? Это топовый активный навык, ребятки. Вот это нормально. Вот это, я думаю, достойно Лукасика. Вы получаете на 10% больше опыта. Yes, of course. Способный ученик на 15. Да, конечно, у вас есть шанс получить более редкую добычу. Нет, нет, нет. По-моему, вот это самое такое. Легкие руки. Вот, вот. У меня было, по-моему, на 25% я быстрее обычного открывал эти ящики. Сейчас же бегая, да, по локациям и открывая эти долбанные ящики. Блин, господи, я думал, да когда ж ты его откроешь, перс? Ей-богу, я чуть ли не засыпал, пока он открывал эти ящики. Строгая диета, наверное, все-таки. Шанс найти щенка выше на 5%, увеличить запас здоровья на 6. Так, блин, ну не хочу я этих собак уже. Фу, все, наелся. Наелся этих собак, увеличить запас здоровья на 8. Yes, of course. А, голод наступает 6% медленнее. Да, тихий стрелок. Вох, 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 да. Дальше едем. А, вы справляетесь с оглушением на 20% быстрее. Та-та-та-та-та, дыхание на своей базе, наверное, или все-таки жажду. Давайте жажду.
Так, а тем не менее, мы уже 20 очков навыка использовали. Использовали целых 20 очков навыка, а ваши временные усилия действуют на 6% дольше. Yes. А увеличить запас здоровья на 10? Да, конечно. Next, отдыхаем в своей базе. Понятно, голод наступает. Наверное, все-таки голод. Жажда. Едем дальше. Верблюд и... Конечно, верблюд. А, тихий выстрел. А, здесь отдыхая, шанс щенка высокого ранга при скрещивании. Да ну их. Эти скрещивания. Здесь голод. А, домосед, голод. Next. А, наверное, все-таки голод. Все-таки голод. Здесь. Тратите топливо, да. Легкие стали. Ну, такое себе. Я выберу, конечно, жажду. Здоровяк на 12. Давайте уже здоровяка, наверное, скоро добьем. Вы открываете запертые замки. Вот это. А, следующее. Быстрый шаг. Вы быстрее перемещаетесь в скрытом режиме. Yes! Еще один из активных навыков. Так, здесь строго диета и верблюд. Давайте уже, наверное, диету добьем до конца. А, здесь голод. Все-таки диета, да? А, кинолог, везунчик. А, опс, при обыске сундуков, наверное, на локациях, да? Оба-на! Воба-на! Еще один активный навык, ребятки. Можете осмотреться и оценить окружающую обстановку. Это, я так понимаю, в бункере. Ребятки, это достойно Лукасика. Жмем прямо сейчас, давай. Можно уже начинать. Вы справляетесь с оглушением на 30% быстрее. А, это, по-моему, крайне пятый уже будет, да? Итого 60. Обжора. Еда восстанавливает. Давай, пускай нас еда будет лечить. Максимум. Вот тут уже написано, видишь, максимум. Голод наступает 20% медленнее. А почему здесь макс написано? То есть, если я нажму сюда, оно просто уйдет в никуда. Голод наступает на 20% медленнее. Запомни эту цифру, на 20% медленнее. Запомнили, да? Домосед, шанс получить щенка. Нет. Здесь что? Вы умеете взламывать простые замки? Серьезно? Я могу теперь взламывать, если я... Ту-ту-ту, мне повезет и найду сейф. Я смогу его вскрыть? Или как? Или я что-то не так понял? Ладно. У вас есть 80% шанс получить более редкую добычу при обыске сундуков на локациях. Ну да. Почему нет? А, домосед, верблюд, здоровяк. Здоровяк, хитпоинты мне мои верните. Сколько у меня их было? Жажда. Конечно, жажда. Увеличить запас здоровья на 16. Так, ну что-то я смотрю, диета вообще больше не выпадает, да? Так, домосед, шанс. Давайте домоседа, пускай будем дома хилиться. Еще один почти активный навык. Вы получаете больше ресурсов за снос прочных стен на своей базе. Господи. Господи, господи. Так, жажда наступает на 12% медленнее. Да. Хорошая память. Ваши временные усилия действуют на 12% дольше. Окей. Окей. Так, здесь что? Ну, давайте дубы. Хотя я не знаю, нужен ли мне этот вообще навык. По одной простой причине, ребятки. Если вы подписались на канал и проставили лукасик, и прожали на колокольчик, то вы не пропустите ни в коем случае очередной видосик, в котором я покажу вам, что я сотворил со своей базой, друзья. Да, я долго к этому шел, почти полтора года, но все-таки я это сделал, я это добился, и как бы цель уже почти, можно сказать, была достигнута мной, но тут вновь кефир вводит новую систему навыков, и есть к чему стремиться, друзья. Появились новые цели. Вы открываете запертые замки на 21% быстрее. И поэтому продолжаем играть в LSD и увеличить запас здоровья на 18. Yes, of course. А, здесь я взломщик. Ура! Ну, сейф. Ну, если я тебя встречу, ваши временные усилия действуют на 18% быстрее. Увеличивать запас здоровья на 20. Ну, тут максимум написано. Что у нас еще было? Вы путешествуете пешком на карте под 3% быстрее. Наверное, все-таки вот это. Хотя аккуратность тоже не помешала бы. Увеличивать запас здоровья на 20. Если я сюда нажму, это оно просто так уйдет? Или
все-таки на 25 станет. Отдыхая. Так, напишите, ребятки, мне в своих комментариях, пожалуйста, что вы об этом думаете. Максимум написано. Есть ли смысл туда жать? Я думаю, нет. Непробиваемые. Вы получаете на 5% меньше урона от взрывов. Вау. Что за... Чувак, что с тобой? Ты жрать захотел? На, пожри. На, попей. На, пожри. На, поешь. Все, отстань от меня. Поехали дальше. Здесь Макс. В течение 10 минут. Чё? Отдыхая на своей базе, вы восстанавливаете здоровье в течение 10 минут. Какого хера? Давай, дубы пойдем рубить. Максимум. А если она максимум, зачем ты мне даешь? Максимум. What the fuck? Максимум. Шанс, давай, щенка. Макс. Давайте все-таки, наверное, дерево. Шанс от рейдера покажет вам базу с богатой добычей на 4% больше. И, кстати, ребятки, да-да-да, скоро рейд у нас будет. Рейд от Денчика, поэтому, ребятки, давайте, чем быстрее мы наберем под этим видосиком охрененную кучу лайков, тем быстрее выйдет очередной видосик, и тем быстрее мы пойдем на рейд. Рейд, нара-нара. Так, здесь дубы, наверное, все-таки. Макс, уровень 7, жажда. Или все-таки обжору надо было нажать? Ладно, вы получаете на 10% меньше урона от взрывов. Каких, мать его, взрывов? От взрывов тех, которые в полицейском участке, я так подразумеваю, да? При атаке на чужую базу вы издаете на 6% меньше. Отлично. Так, домосед Макс, шанс получить щенка. Окей. Жажда наступает на 16% меньше. Лесоруба. Next, здесь максимум, жажда. Жажда, я так понимаю, добита у нас уже. Макс, руки. Next. Щенка, наверное, все-таки сделаем. Так, байкер. I want to biker, biker, yeah. Макс, уровень 1. Макс, ну, что у нас остается только вот это. Макс, рудокоп. Здесь. Уровень 1. Здесь. Та-ра-та-та-ра-та-та. Ну, давайте медь. Давайте иметь усилия дают. Опа, на 25, отлично. Макс. Меди, еда. Здесь еда. Ну что, остаются щенки только. Здесь рудокопы, дровосеки. Next. Меньше шума давайте теперь делать. О, май гад, давайте добытчик. Давайте лучше сопротивляйтесь за замедляющим поверхностям. Так, тем не менее, у нас осталось 5 навыков, друзья. 5 навыков. Меньше шума при ломании стен мебели на чужой базе. Окей. Годится. Макс. И что мне тут выбрать? Давайте замки. Я не знаю, куда это, во что это пойдет. Вы знаете, вот это, наверное, шуму поменьше будем делать. Увеличивать запас здоровья на 20. Вот это я вот уже сжал, ребятки. Вот этого, где Макс написано, ребятки, все, я до меня доперло. Стример все-таки не тупой, оказывается. Если вы нажмете там, где у вас Макс, ваше очко навыка улетит в фонд озеленения Луны. Так что не жмите, ребятки. Не, если вы хотите помочь луноходу Сереге, то, бога ради, нажимайте. Я даже поддержу вас в этом, но знайте, что ваш навык улетит просто... Фонд озеленения Луны. То есть в никуда. Вот так вот. Та-ра-та-та-та-та-та. Так, и что у нас осталось? Нам осталось зайти, ребятки, на почту. У меня тут висит какой-то изумительный подарок. Я понятия не имею, что это и откуда оно взялось. Но мы его откроем немножечко подальше. Здесь у нас что? Набор опытного исследователя. Ваша награда. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Понятно. Где моя награда? Куда вы мне ее загрузили? What the fuck, игра?
А, я понял. Стример не тупой. Прицел Х4 забрать. Элитный щенок не буду пока забирать. Ценные записки Вызышева забрать. И это что такое? Забрать, я говорю. Витамины. Что с вами делать, витамины? Хрен с вами, лежите. Пока не загуглю, не разберусь, что это такое, с чем это едят, трогать я вас не буду. Ценные записки, ёкарный бабай. Ребята, мы сейчас так просто вкачаемся, что мама не горюй. А, где это у меня все здесь? Вот здесь. Ты какая? Ценные записки. Применить. Ебой. Ты у меня какая? Ценные записки. Ребята... Поехали. Изучить. 118, неплохо. Крайне редкая схема для модифицирования вашего оружия. Прочитайте, чтобы добавить рецепт в ствол оружейника. Папаум, пожалуйста, изучил. Так, теперь, ребятки, у меня где-то тут свои записки были. Свои записки. Где они? What the fuck, come on. Я их, по-моему, вот здесь, а нет, не здесь, а. Вот здесь, а. Yes, здесь, а. Ну, сейчас у меня супер дядька будет. Эх, жалко, не видно. Ну, в общем, по звуку, ребятки, хотите, считайте, хотите, нет. Сколько там навыков плюсом пришло. Теперь вот эти изучаем. Ебой. Так, что у нас с навыком? 133, мать его. О май гадабл, Карл. 133 плюс 26 левелов просто. Возьмите, получите, распишитесь. Окей, выбрать навык, поехали. Издаете меньше шума. Next. Та-ра-та-та, давайте все-таки дерево. Собачник. А почему нет? Next. Обжора. Здесь что у нас? Жажда, потолок, лесоруб давайте. Домосед Макс, давайте медным добывателем станем. Вы получаете на 15% меньше урона от взрывов. Ваш пед, прям топчик. Здесь что? Ну давайте медь. Здесь, а что, давайте меди. Здесь аккуратность годится. Здесь, а что, Макс. Остается шляпа. О-о-о, шляпа. Вот это шляпа. Так, next. Ага. Здесь дубы. Все-таки, наверное, да? Хотя, я думаю, они мне нафиг не нужны уже. А почему, ребятки, я вам еще раз повторюсь. Токсичность, конечно. Что если вы сейчас подпишетесь на канал, обязательно поставите лугасик под этим видосиком, тем быстрее выйдет следующий очередной, и там вы увидите, почему я говорю, что мне не нужны нахрен эти навыки про дубы. Вы все поймете, ребятки, если посмотрите следующий видосик. Здесь медди, рейдеры. Шанс получить щенка. Или же давай щенка добьем. Давайте щенка добьем, чтобы уже было 10. И плевки токсичного зомби. Или легкие стали. Зачем мне эти легкие стали? Вот так вот, ребятки. Вот так вот. Я думаю, моего перса башка не взорвалась. Ты как, нормально себя чувствуешь? Йоу. Йоу, Васька, Петька, как тебя звать? А, ты же Денверасимус, полицай. Ха-ха, не дай бог. Не, ничего против полицейских не имею, но все-таки, друзья, все-таки... А, о чем это я? Так, 118 хитпоинтов потолок у нас, да? 118, мать его, хитпоинтов потолочек у нас, друзья. И смотрите, у меня, ребятки, есть вот такой вот чудный... Мать его, байкер. Бум-бум-бум-бум. С 8 слотами. Внутрях, ребятки. Внутрях 8 слотов. Грузи не хочу. И мы на этом байке, ребятки, внедорожном, в очень скором времени поедем на... Угадайте, куда? Правильно, на рейд. И мы вывезем, мать его, все, что мы там найдем. А чтобы это все увидеть, ребятки, нужно быть обязательно подписанным на канал, прожать лукасик и не забыть
прожать колокольчик, иначе вы пропустите этот видосик. Всем большое спасибо за внимание. Пожалуйста, пишите свои отзывы, комментарии, все, что вы об этом думаете. Вот. Для тех, кто не знает, ссылочка внизу под описанием, друзья, где проходят стримы. На этом канале до сих пор, к сожалению, висит бан. Но в скором-скором, ближайшем будущем, я думаю, уже в этом месяце, YouTube жалится и разрешит мне вновь транслировать. В общем, короче, делать стримы, ребятки. Не только заливать видосики, но и делать стримы. Вот. А где сейчас проходят стримы, ссылочка внизу под описанием к этому видео. Канал Evil Pub. Всем большое спасибо за внимание, ребятки. Всем счастливо. Пока-пока.